Привет всем, вы на канале Вкусные Истории, и сегодня я попробую сделать слойки с шоколадом. Я был в магазине и увидел на скидках тесто, вот такое вот слоеное тесто бездрожжевое, уже готовое, нарезанное вот такими вот квадратиками. Где-то на экране сейчас вы увидите, как оно выглядит в упаковке. Покупаем такое тесто, покупаем две плитки шоколада и собираем слойки с шоколадом. Потом отправляем их в духовку. Собираем следующим образом. Берем одну пластинку вот такую. Немножко ее руками растягиваем. Так, совсем чуть-чуть. Ставим две дольки шоколада. Берем вторую часть. То есть еще одну пластинку. Тоже ее немного вот так вот разминаем. И накрываем сверху. Немножко прижимаем по периметру. Не немножко, а хорошо прижимаем по периметру. Все, готово. Отправляем на противень с бумагой для выпечки. То же самое делаем со всеми остальными пластинками теста. Стараемся работать быстро. Все это сделать надо, пока оно сильно не растает. Потому что потом будет сложнее работать. Также перед тем, как я вот разложил вот эти вот пластинки, оно у меня постояло минут 20, чтобы его можно было достать из пачки. Оно идет приклеенное вот так друг к дружке. Надо его немного разморозить. Главное не забыть про него, потому что оно все склеится. И потом вы не сможете вообще его разобрать. Вот такой вот противень у меня получился. 9 слоек с шоколадом. И теперь можно включать духовку на 180 градусов. Дальше мы делаем следующее. Надрезаем до шоколада вот так вот несколько раз. Взобью одно яйцо и смажу сверху наши слоенки. Отправляем в духовку противень. Так, я достал наши слойки из духовки. Посмотрите, какие они красивые, какие они пышные стали, благодаря слоеному тесту. Они у меня пеклись 15 минут при 170-180 градусах. Я менял температуру периодически, то есть в конце я сделал меньше. Вы смотрите по своей духовке уже. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Смотрите, какие они пышные, слоеные. Вот вам и покупное слоеное тесто. Из него можно делать абсолютно все, что угодно. Можно в него вставить любую начинку. Всегда получится пышно, готовится очень быстро. Купили, разморозили, приготовили начинку. Все это собрали, закинули в духовку и готово. Буквально за полчаса. Если вам нравятся такие видео с покупными полуфабрикатами, ставьте лайки. Не забывайте задавать вопросы в комментариях. Делитесь этим видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.